Пожалуйста, теперь вы. Последнее, над чем я стал бы смеяться, это над предсказаниями Андрея Владимировича об ударах по Москве. Я очень хорошо помню, как смеялись над ним, когда он предсказывал, что патриоты будут направлены на Украину. Я очень хорошо помню, как смеялись над ним, когда он предсказывал, что украинские вооруженные силы предпримут контрнаступление, успешное контрнаступление на различных направлениях, в том числе на юг. Я очень хорошо помню, как это реализовалось. Поэтому сейчас совершенно было бы неудивительно, во-первых, совершенно очевидно, что для украинских вооруженных сил, для их военной разведки цели в Москве, потенциально в Питере, каких-то еще российских городах, являются достаточно такими желанными. Но они об этом прямо говорят. И вполне вероятно, к сожалению, учитывая, что им уже удавались, к сожалению, успешные атаки на объекты стратегической авиации России и в Саратовской области, и в Рязанской области, совершенно не приходится удивляться, что такие планы они строят, и, возможно, они будут реализованы. Поэтому смешного, просто честно говоря, я не вижу ничего абсолютно предмет для улыбок и смеха. Никто не смеется. Значит, это вот вообще никто не давайте не будем об этом смеяться. Так не смеется. Тихо. Подождите вы. Ну что ж такое? Теперь, что касается итогов. Сейчас ответите.